Друзья, подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить свежий выпуск, а мы начинаем. Дорогие наши друзья и просто зрители нашего канала, сегодня мы хотим с вами поделиться печальной новостью, которая к нам пришла из достоверного источника шоу-бизнеса. Сегодня в Москве состоялось шоу «Кривое зеркало». Там должен был выступать наш любимый российский артист Евгений Петросян. Прибыв на концерт, когда была его очередь выхода на сцену, что-то пошло не так, и на сцену вместо Петросяна вышел другой артист. А сам Петросян покинул здание и уехал на автомобиле. Мы пытались выяснить, в чем причина, почему Петросян не выступил, а уехал. Как оказалось, Петросяну стало плохо, и он чуть не потерял сознание. Коллеги просили его поехать в больницу или вызвать скорую помощь, на что Евгений Петросян отказался. Сказал, что все будет хорошо, сейчас все пройдет. Вместо больницы Евгений Петросян с личным водителем направился домой. Что на данный момент с Евгением Петросяном, мы пока узнать не можем, так как его мобильный телефон выключен, жена трубку не берет, остальные родственники ничего не могут сказать по данному поводу. Друзья, давайте пожелаем здоровья Евгению Петросяну. Будем надеяться, что с ним ничего страшного не случится. Подпишемся на наш канал, нажмем на колокольчик, чтобы не пропустить свежий выпуск. А в следующем выпуске мы постараемся узнать и рассказать вам, что же действительно случилось с Евгением Петросяном и чем он болен. До скорых встреч, друзья, в наших новых видео. Не забудьте поставить лайк нашему видео и до скорых встреч, друзья!